Всем привет, с вами Иван Кожи. Сегодня у нас будет обзор шоколадного батончика. Это новинка от Сникерс, арахисовый бунт. Новая ограниченная серия. Батончик весом 87 грамм обошелся мне в 19 гривен 64 копейки. Вот такая вот нестандартная желтая упаковка. Подобная была вот на Сникерсе с семечками. Вот, ну давайте попробуем. Так, я не знаю, сколько здесь, да, два батончика вот таких. Вот, ну, в принципе, выглядит стандартно, но, я так понимаю, отличается он от обычного Сникерса только большим количеством арахиса внутри. Попробуем. Ну, вы знаете, да. Арахиса действительно очень много, жуется достаточно сложно тоже. Но по вкусу, в принципе, как обычный Сникерс. Но мне с таким большим количеством орехов даже нравится больше. Как-то так, до сих пор жую. Действительно, арахиса не пожалели. На этом у меня все, друзья. С вами был Иван Кожи. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.